Я вас всех дико приветствую, мы находимся на Пулковской обсерватории, а точнее на территории Пулковской обсерватории, где у нас проходит субботник. Что такое субботник, наверное, все знают. Это бесплатная рабочая сила, которая действует на благо Родины, на благо Отечества. Так сказать, ударным трудом по ударным помидорам. А наградой нам будет в конце, это сладкое чаепитие, конфеты, которые мы купили тоже сами. И экскурсия в саму обсерваторию. Это, наверное, будет самое интересное. Ну а пока наслаждайтесь картинкой природы и оранжевыми, желтыми, зелеными листиками. И как мы их убираем. Объявление о субботнике мы нашли в интернете совершенно случайно. И без задней мысли откликнулись на него. Спросите, почему? Отвечу, что не знаю. Просто захотелось сделать что-то полезное. Плюс ко всему, обещали по-настоящему интересную экскурсию. Разумеется, я отнесся к этому слегка скептически, но потом мое мнение в корне изменилось. Я настраивался на длительный труд во благо общества. Но оказалось, всего пара часов тяжелого изнуряющего труда вполне хватило, чтобы заработать бонус. Интересно было во время работы находить странные потерянные вещи, как, например, вот этот вертолетик на радиоуправлении. Мальчик, который его нашел, был бесконечно счастлив. Как я и говорил, пара часов изнурительного труда выжила из нас все соки. На самом деле, все это напоминало мне Сизифов труд. Убрав все листья, на следующий день ведь наметет все заново. Благодаря уборке были найдены некоторые артефакты. Это шпиль, а точнее наконечник от, видимо, ограды, которая здесь была когда-то давным-давно, такая металлическая рюмка. Ну, это, видимо, современный новодел. Кусок заколки, бутылка, ну и три топора. Недопитый. Гадость. Что, все на экскурсию? Давай, вперед! По всей видимости, за моей спиной находится одна из маленьких башен обсерватории. Забавная штука. А там вот я вижу еще одна есть. Если обратите внимание, вон там вот коричневая. Тоже похожа на башню обсерватории. Но, насколько я понимаю, здесь должна быть башенка и побольше. Я надеюсь, нас туда как раз ведут. А на экскурсию нас сегодня отправили на ту, ну, уникальную, так сказали они, ту экскурсию, на которую попасть обычно невозможно. А попасть туда можно только одним способом. Это побывать на субботнике вот в этом исследовательском институте. Свою историю Пулковская обсерватория начинает в далеком августе 1839 года. В те времена весь комплекс представлял из себя три башни и два здания для проживания астрономов. Сейчас мы с вами находимся в очень интересном месте. Это так называемый радиотелескоп. Вон там находится антенна. Не знаю, зачем она нужна.
А вот за моей спиной вот эти вот плиты, вот это есть не что иное, как радиотелескоп по изучению Солнца. Да, вот такие вот интересности здесь есть. Причем данный телескоп АЦУ-5, построенный в 1965 году, является до сих пор одним из крупнейших солнечных телескопов в Европе. На данный момент обсерватория находится в легком запустении, но все еще действует. Пускай никто уже не смотрит в небо, в прямом смысле этого слова, но исследования все еще продолжаются. В ожидании нашей экскурсии ничего не оставалось, как гулять по территории. Тут можно встретить много интересных объектов. К примеру, вот эти антенны, которые я вам продемонстрировал. Странные постройки, приподнятые над землей. Как сказал экскурсовод, это лаборатории. И вот мы, наконец, внутри. Нас встречает дядечка среднего возраста, с задорным, видимо, характером. Посетовал на то, что мы не дали ему посмотреть игру «Зенита». Кстати, в этот день он ничего не потерял, «Зенит» сыграл в ничью. Дядечка, по всей видимости, не прост. Скорее всего, это один из ученых. К моему стыду, я не услышал, а может, просто не запомнил его имени. Он в довольно веселой форме нам рассказывал, чем занимаются ученые сейчас в лаборатории. Предъявил немного интересных фактов о нашем восприятии мира, чуть-чуть рассказал о Солнце, о Земле и даже о поведении животных. Вот, кстати, именно так выглядят пятна на Солнце. А так, если картинку значительно увеличить. Видите это движение? Это протуберанец. Чтобы понять, какого он размера, обратите внимание на верхний правый угол. Голубое пятно – это наша с вами Земля. Вообще, вся лаборатория пропитана какой-то странной аурой знаний. Здесь, несмотря на довольно низкую температуру, очень уютно. Сейчас нас ведут на смотровую площадку. Здесь установлен самый настоящий солнечный телескоп, который воочию можно следить за пятнами на Солнце. К сожалению, 1000 оттенков серого Питера там это не позволило. Но зато мы смогли прикоснуться к чему-то по-настоящему интересному и захватывающему. Кстати, морец. Смотри, закуляр. Это обычный телескоп света. Хорошая качество, когда вокруг нету, ясно чувствуется. Ну вот вы видите в интернете, то же самое вы увидели здесь. Это самое. Вот видно, как вернувшись в лабораторию, я на ходу пытаюсь понять, что за приборы стоят там. Увы, это было мне не постичь, не хватило образования. И я спешу к стенду, где были представлены оптические иллюзии, начиная от стереоэффекта и заканчивая просто обманом зрения. А вот это есть не что иное, как железный метеорит. Он в свое время упал в Ленинградской области, а теперь хранится здесь, в музее-обсерватории. А вот это есть не что иное, как одна из оптических иллюзий. При вращении данного круга, несмотря на то, что он черно-белый, люди видят разные цвета. Самый первый человек на Луне, Нил Армстронг, он был именно здесь, стоял на том месте, где мы были пару минут назад. Thank you.
Вообще, просто приятно пройтись по самой лаборатории и музею, пощупать экспонаты, полистать журналы, прикоснуться к истории. От всей экскурсии остались только позитивные эмоции. В какой-то степени это даже мотивировало на прочтение умных книг по тематике. Более чем уверен, что это место запросто смотивирует молодой ум к изучению безвоздушного пространства вокруг нас. Ведь столько еще осталось непознанного и неизвестного. Природное любопытство заставляет нас вернуться на смотровую площадку и познакомиться с оптикой поближе. Благо, там почти никого не осталось. Так не хочется уходить, но все же нас просят покинуть помещение. Реагировать. И пришла волна, их смыла. И сейчас вас нету. А эти животные сохранились еще. Поэтому нужно все-таки иногда на мир окружающий смотреть. А мужчинам я советую еще на девочек смотреть. Это сейчас очень полезно, к сожалению. Ну а на этом у меня все. Или почти все. Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. Увидимся в следующий раз. Всем удачи и пока!